Полное описание и точная дата выхода 17 серии турецкого сериала «Мария и Мустафа». 17 серия сериала выйдет в эфир 27 декабря. В новой серии мы увидим, как Мария поняла, что Гергем совсем не тот человек, за которого пытается себя выдать. Больше всего она испугалась за Мустафу, так как ему угрожает серьезная опасность. Когда она хотела лично все выяснить у Гергема, то он не стал с ней церемониться и просто предупредил, чтобы Мария все делала так, как он скажет. Если же Мария не станет выполнять его требований, то пострадает сама и ее возлюбленный Мустафа. Когда Мария попыталась сбежать от Гергема, то он вошел в комнату и приставил к ней пистолет, чтобы еще раз напомнить про свои слова. Он хочет, чтобы Мария поняла, что с ним шутить не стоит. Мустафе удалось узнать, где находится Мария. И он сразу же отправился в тот дом, для того, чтобы спасти свою любимую женщину. Только там ему не удалось ее застать. Но Мустафа услышал, как Мария зовет его на помощь. Гергем успел вывести Марию и закрыл ей рот. Он сказал, что сейчас они с ней выйдут отсюда. А затем Гергем доберется до Мустафы и прострелит ему голову. Только Марии удалось выхватить пистолет, и у нее не оставалось другого выбора, как выстрелить. Рюзгар начинает вести себя странно. Он постоянно куда-то уходит, но никому и ничего не говорит, что вызывает подозрения. Напомним, 17 серия сериала выйдет в эфир 27 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.